deranjați de soare, de cerul albastru, luptători din fire, cu sufletul curat. Victorianii, crezul din vremele străbune, așa suntem noi dacii, de jos până la împărat. Măreți suntem în idealuri, bazați suntem pe un trecut. Atenție, atacă lupii galbeni, fac goluri în tactică de lup. La orice vreme și... Valeria? Valeria, ce ai explicat? O condină? Te așteptai să știi ce înainte de a fi la... Nu, nici prin gând vrea să câștig ceva. Dar ești la prima încercare sau au mai fost, meciuri la care ai venit cu acest led? Nu, e prima încercare. Dar la meciurile de aceea mi-a fost până acum? Nu am fost, dar la moment am vrut să încerc norocul. Deci pe primul meci, din primul meci, ți-a mers norocul. Da, să fiu fană a Dacii. Dacia! Cum vă numiți? Ion. Și ce ați câștigat? Vizor. Dar știați de acția Dacii în întâlnire la meci? Nu. Ați aflat aici, da? Da. Și, da, veniați la meci până acum? Nu, numai la timp, rog. Da, sunteți decât suporter al Zimbului. Da. Și cum apreciați acest cadou din partea Dacii? Mulțumesc frumos. Da, aveți loc acasă? Da. Și nu aveți gând să treceți în fanclubul Dacii? Încă nu știu. Da, sunteți cu gânduri, da? Da. Spre un trecut atacă lupii galbeni cu tactică de lupt la orice vreme și într-o clipă suntem o singură echipă. Стася, пожалуйста. Валерия. Валерия, как ты попала на футбол? Мой двоюродный брат пригласил меня на футбол, я пошла и выиграла. Ну, пригодится ли тебе в доме комбайн кухонный? Ну, конечно. Это же... Это же не бензопила мужская. Скажи, а будешь ли ты еще ходить на игры Дачи? Обязательно. Будешь болеть за этот клуб? Конечно. Вперед и верьте в себя. Вы отец? Я отец Драгоша. И вы были вместе на футболе? Я был со старшим, со младшим сыном. Мы пошли на футбол, взяли билеты, и когда дали нам отель билет, он еще мне сказал, чтобы я был его, потерпевший его от билет. Мы были, наверное, счастливы. Пришли на футбол, зная о акции, или это был для вас сюрприз? Нет, знал акцию. Да. Пришли из-за акции или просто пришли на футбол? Шел посмотреть Землю сдачи. И за кого вы болели? Естественно, задачи. Желаем счастья, чтобы поставленные цели, чтобы они выполнили. И дай Бог, чтобы они были чемпионами. И так достигается. Хороших фотографий вам, спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Георгий, как вы попали на футбол? Часто ходите? И за кого болеете? За Зимбру. Расскажите, пожалуйста, пригодится ли вам телевизор, где он будет у вас в квартире стоять? Не знаю пока, но хочу не забыть. Выигрывали ли вы когда-либо что-либо? Выиграл. И что у вас уже в вашем фонде, в банке выигрыши есть? Мяч, футбольный. Велосипед? А как вы выиграли велосипед? Когда шубин спрыгал.